снова, и я к вам с огромной новостью. Все мои подписчики, которые живут в Одессе, если вы ничего не делаете в эту субботу, то, пожалуйста, приходите в ТРЦ Ривьера, где я буду открывать новый магазин NYX. Мы с вами сможем наконец-то встретиться, познакомиться, сделать селфи. Итак, 19 марта с 14 до 18 в корнере NYX в ТЦ Ривьера я буду вас ждать. Мы будем покупать новые помады и любые другие продукты, потому что на весь ассортимент действует скидка 10%. Так что до встречи, я надеюсь, что мы с вами увидимся. Также я хотела бы с вами поделиться классной новостью. Я вот где. Я на обложке журнала Лиза. Я вам покажу видео о том, как она делалась, как создавался этот шедевр, потому что для меня это огромная радость. Я в детстве обожала журнал Лиза. Помните, раньше чуть не прилагались такие наклейки, я их клеила на тетради, это был мой самый любимый журнал, потому что наклейки здесь были самые крутые. Но прошло примерно 15 лет, и вот я здесь. Я не могу до сих пор в это поверить, но мне кажется, что меня окружают прекрасные люди, которые где-то считывают мои желания и мечты и воплощают их в реальность, поэтому мне безумно приятно. И этого бы не было без всех вас, поэтому спасибо вам огромное за вашу поддержку, за ваше внимание и все то, что вы делаете для меня. В этом влоге вы увидите то, как эта обложка создавалась, а также бэкстейдж еще одной съемки журнала «Добрые советы», который, кстати, уже вышел в продажу, так что вы можете его купить и посмотреть, что у нас получилось. Я сама пока еще не видела, но мне страшно любопытно, так что я вот после съемки этого влога быстренько побегу в ближайший магазин, чтобы купить себе такой журнал, потому что я немножечко тщеславна, мне просто, вот я собираю все журналы с собой, их не так уже много, но обложка моя самая первая. Ну, я чуть-чуть похвастаюсь, можно, вот чуть-чуточку. А также в этом влоге вы увидите видео о том, как мне делали маникюр, о котором вы все так спрашивали, который вот переливается и блестит. Я его называю маникюр-единорог, потому что столько внимания к нему было привлечено. Наверное, я никогда в жизни не получала столько комплиментов своему маникюру, поэтому кто ждал, наконец-то я для вас выпускаю этот влог, как и обещала. Смотрите дальше, вы все узнаете, и обязательно не забудьте встретиться со мной в эту субботу, 19 марта, в Одессе. А я пошла. Хорошего вам дня. Продолжайте смотреть. Ой, я выпала из кадра. Сегодня классный день, и сейчас я вам покажу бэкстейдж немножечко, чтобы вы понимали, что будет. Вот. Была клёвенькая, была очень классная визажист, и парикмахер, и вообще у меня такие красивые локоны. Все супер. И были божественно вкусные торты, я вам оставлю на них ссылку. Ну, не знаю, помашите хотя бы рукой, сделайте какой-то жест. Это не даже непринуждённая съёмка. Смотри в кадр. Да. Я боюсь, что у меня могут челюсти внезапно сомкнуться. Ну давай. Да пусть ест уже, пусть не? Вот же оно, как Лиза Краснова питается.
Мало того, что халатики у нас еще одинаковые. Вот, все, кто спрашивает, на что мы снимаем. Влоговая камера Canon G7X. Потрясная. Приготовились на третий день. Ничего не произойдет. Пройдем эксперимент. Я тебе говорю, почему я не слушаю? Меня не слышишь, какие вещи еще за жизни. Так и что ты умничаешь? Так потому что я все знаю. А давайте еще. Давай, снимешь меня. Да, это практически первый курс для студентов, которые приходят в наш университет учиться именно на специальности. Вот мы, это как самый яркий демонстрационный эксперимент, который можно вынести.